Привет, друзья! Хотел бы поговорить на тему, почему мы уезжаем. Сваливаем в кучу студенты, те ребята, которые опять-таки закончили свою учебу и уже получили вид на жительство. Но лейтмотив такой, это не то, что я ожидал. Я бы хотел, конечно, проявить себя. Я не могу здесь проявить. Я не могу здесь добиться того места, которое я заслуживаю в жизни. Поэтому я хочу уехать. Когда человек получил вид на жительство, это замечательно. Он гражданство, он добился своего. У него внутри чувство, что он победитель. Едет, как он считает, домой. Получается, не получается, он всегда может приехать. Хуже обратно. Хуже, когда человек понимает, что он не сделал того, на что рассчитывал. Он прекрасно понимает, что он сам виноват в этом. И он уезжает. Обратно пути практически нет. Не получит этот человек больше визу сюда, студенческую, допустим. Но получается, если он здесь, поверьте мне, в достаточно комфортных условиях чего-то не смог, ничего не сможет он и у себя дома. И вот эти люди потеряны. Но две причины. Первое. Вы как обезболивающее используете картинку великолепной, беспроблемной Австралии. Это вас настолько мотивирует, что вы беспроблемно въезжаете сюда и на 3-6 месяцев позитив через край. Но потом избавляетесь от этого анестетика, потому что жизнь реальна. Эта страна самая лучшая для жизни, но она не является сказкой, умноженной на 10. Это обычная, очень хорошая страна, лучше, может быть, других. Вот. Но всего лишь одна из стран, где вы чужой человек. И вам гораздо сложнее. Ни ваш язык, ни ваша культура, ничто это не ваше, и поэтому вы должны как бы с этим смириться. И второе, что очень важно, вы должны смириться с тем, что вы не гений. Опять-таки, это вас здорово мотивирует. Вера в себя, все прекрасно, но до определенного момента, ребята, вы не являетесь там какими-то супергероями. Верить в себя хорошо, согласен, надо верить в себя, но давайте быть реалистами. Я, допустим, видел много сюда приезжающих бухгалтеров. Я знаю, допустим, вот Лена Приходько, молодец. Вот она в действительности классный бухгалтер. С очень... Она дружит с головой, с очень правильным подходом. Потому что надо выцарапывать свое будущее, надо добиваться, надо стучаться и пробиваться. А таких единицы. А в основном приезжают, допустим, те же бухгалтера. Да они майби не знают. Ну что тебе, ворованный софт очень трудно установить на компьютер и поиграться? Нет. Они до этого не доходят, эти люди. Какие-то менеджеры приезжают, еще какие-то специалисты. Я пока что видел частично инженеров и достаточно много айтишников, которые в действительности нормально способны делать свое дело. Все остальные, очень многие, там 75% людей, но они не дотягивают до профессионального уровня, им еще учиться и учиться, а этого они не хотят. Они сразу хотят попасть на уровень, который как минимум будет равен, а лучше больше их в сравнении с австралийцами, чем их в сравнении с русскими, с которыми они там, или украинцами, где они жили, по, как бы, вот это вот сравнение. Вот слушайте, вы в действительности не глупые люди, вы в действительности достойные люди, коли уж сюда приехали, но здесь-то вы будете равняться на профессионалов самой счастливой, а значит, самой привлекательной для иммигрантов в стране. Здесь и свои-то кадры неплохие, и тем более приезжающие сюда иностранцы. Вот, поэтому будьте реалистами в отношении страны, куда едете, и будьте реалистами в отношении себя. И как только вы станете вот такими реалистами, ребята, сразу жизнь, как в той песне, сразу жизнь покажется иной. Вы увидите не розовые, не черные очки, а прозрачные. Вы смотрите на жизнь без очков.
и вы реально смотрите на себя. Не в выпуклое, не в вогнутое, а в обычное зеркало. Вы видите картинку, как она есть, и себя, и окружающий мир. И в этом случае, если вы в действительности чего-то стоите, жизнь у вас станет хорошей. Если вы уезжаете, как бы две категории. Вы получили вид на жительство, хорошо, или гражданство. Это не является эмиграцией, ребята. Получение вида на жительство и гражданство эмиграцией не является. Это всего лишь одна из возможностей. То есть, если вы получили вид на жительство или гражданство, это значит, что вы можете жить в этой стране, а можете и не жить. Вы гражданин, допустим, России, Украины, можете жить в России, в Украине. Это значит, получив гражданство Австралии, вы не эмигрировали. И вы можете спокойно жить. И ваша жизнь будет намного лучше, чем если бы вы просто даже не выезжали. Потому что вот этот синенький паспорт, который у меня в кармане, это очень хорошая вещь. Она и в России открывает очень многие двери. Вот. Или в Украине. Поэтому с этими людьми все нормально. Я даже очень бы хотел, чтобы они поехали домой, потому что большинство из них вернутся. Потому что они уже связаны Австралией. Она уже внутри, и ее не вырвешь. Это страна, без которой уже будет плохо. А самое плохое, это люди, которые уехали, так и не достигнув своих целей. Они понимают, что они, ну если хотите, лузеры, они проигравшие, они не достигли своих целей, они не смогли то, чего хотели, и, соответственно, где гарантия, что во всем остальном они будут достигать каких-то целей, побеждать? Они не победители, они уже проигравшие. И вот это будет их гнести. Попытка приехать сюда по той же студенческой, да и многим другим визам, закончится зачастую отказом. Есть определенные правила, что человек, который получил визу, приехал, уехал, особенно если вообще не закончил образование, это совсем плохо. Но если он его закончил и уехал, то какого дьявола он едет опять сюда? Он мог продлить, если ему надо, он этого не сделал. То есть вас будут заставлять, короче говоря, визу будут получить очень крайне тяжело. Грубо говоря, уезжая отсюда, вы уезжаете отсюда навсегда, у вас второго шанса вернуться сюда практически не будет. Поэтому вот за эту категорию я и не то что беспокоюсь, понимаете, это вы взрослые люди, это ваш выбор, но все-таки я сам себя оставлю в ваше положение. И когда-то я был в вашем положении, у меня никогда не было мысли вернуться. По многим причинам, я не то что отгонял, они никогда не появлялись, эти мысли у меня в голове. Но все-таки я понимаю вас. И хотел бы сказать, ребята, подумайте еще один, последний раз. Если вы уже поставите крест на том, чему посвятили несколько лет своей жизни, вы и только вы будете за это ответственны. Ни Австралия, ни Саша Петров, ни ваши родители, или, может, вы сами поехали, но там родители, которые там друзья какие-то там, которые сманили вас, ничего подобного. Вы и есть единственная проблема, единственная причина ваших неудач, и это ваша неудача. И, опять-таки повторю, нету никаких гарантий, что вы не сломаетесь в будущем на любой другой проблеме. Да, это разговор по душам. Да, это тяжелая тема. Но мы для того здесь и есть, чтобы поднимать всякие, в том числе и тяжелые темы. Если вам нравится этот сериал, если вам нравится мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, дизлайки, говорите, что я плохой, говорите, что я хороший, но awareness, знание о том, что я сейчас говорю, знание о том, что я и мы все делаем, это было бы очень нужно людям. По крайней мере, я так надеюсь на это и пытаюсь сделать, чтобы так оно было и на самом деле. Спасибо.